Сегодня 21 марта 2021 года. Мы собрались на первую тренировку перед велоралли 100 километров за 10 часов по поясу славы. Правда, 23 числа Одесса переходит в красную зону и, возможно, что перенесут велоралли. Но пока еще 2 дня мы в оранжевой зоне, и поэтому тренировка состоится. Доброе утро! Сколько нас сегодня? Что это у вас за мухобойка? Это камера такая. 360 градусов. Вообще классно. А я думаю, что за мух отгонять? Издалека. Доброе утро. Так, где твой шлем? Здравствуйте. О, все в порядке. Здравствуйте. Я просто помню опыт в моем классе, я поехал покупать быстрый шлем. Да, было дело. Здравствуйте. Доброе утро. Готов? Да. Тебе не холодно? Не, я привык. Ничего себе. Крепкий. Если что, куртка. Ясно. Есть. Саша. Где ж твой гоночный велосипед? Вот он. Так, ребята, подойдите все сюда, чтобы все нас слышали, участники. Какая наша главная задача? Наша задача доехать целыми, здоровыми в это же место через там несколько часов. Поэтому самое главное, что обычно бывает, налетает один на другого велосипедист. Поэтому для того, чтобы вы не падали, падает обычно тот, кто сзади, дистанция между велосипедами равна размерам велосипеда. Освободите велодорожку! Обгоняем. Как нам быть? Ребята, а у вас что? Вам обязательно здесь? Да, обязательно. Тогда по одному, пожалуйста, не с ней толпой. Давайте тогда объедем по пешеходной. Все, давайте по пешеходке. Бег – это сложнее, чем велосипед. Осторожно, меня не обгоняем.
программисты, да, у них... Как едется, Саша? Вообще нормально. Все прекрасно. Я залез в... На таком велосипеде, сейчас, конечно. Медленно. Ну, это такое. Там был самокат стоял поперек, знаешь? Там либо вправо ехать, либо влево. И если влево едешь, то ты трусью вылетаешь. А если... Ты влево, да? Здесь крутой спуск и скользко. Может быть, песок. А можно просто? А мы обратно таким же маршрутом поедем или уже по городу? Не, таким же. Таким же. Или почти таким же. Это кайф, коляску тебе нам не хватало. Стой. Я пойду по лестнице. Давай, да. Опа, я тоже. Ловите малого на роликах. Нападаем на людей. Пропустите людей. Егор! Да. Я понял, ты... Пропустите фотографа. Ты рискованно. Нам даже шлагбаум подняли. Спасибо. Саша, спрячься, она вела дорожку. Андрей. Ау. Андрей. Я слушаю. Большая перемена. Тут дети уже начали. Я вижу, да. Вот только чая нету и фильм крутить невозможно. Чай у всех с собой. Еще 5 минут. Какой у тебя сейчас урок по расписанию? Что ты уже на уроке начал? Сходим. Спешиваемся. Да, вот сюда. Привал? Не, это не привал. Все, я понял. Это штурм. Я понял. Почему бы не налево сразу там? Вот тут вот. Рома, так это историческое место. Это уходящая в историю трамвайная линия. Видишь, рельсы уже ржавые. Это 19-й трамвай, который соединяет 16-ю станцию с дачей Ковалевска с 411-й батареи. Это история нашего города. Саша, трамвай! Да? Да! Капец!
Не повезло. Трэм. Трэм is riding on the rails. Саша, мы поворачиваем налево, вокруг лодки. Что будет? Здравствуйте, да, сзади. Поиграем морской путь. Я вообще все съем, реально. Нормально? Нормально. Тормози. Стойте на месте. Конечно, тормознули. Да так, большой привал. Большой привал? Большой привал. Это прям как экватор. Да, это экватор есть. Все, стой. Верни его, пусть остановится. Как ваши дела, ребята? Нормально. Отлично. Устали сильно? Да не, не, да не просто да, покушать так хотели. Да. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Ты не устал, Володя? Да вообще очень легко. Я удивился, когда увидела смоку 411. Герметик, вот такая вот штука, шикарнейшая просто. Залили наши знакомые. Так бы стоило 500 гривен, а так 50. Да. Устали? Не сильно. Да. Я еще рано так поеду. Очень крутой спуск. Держите дистанцию, ребята. Могут, все может быть. Там где грязи не боятся? Не, ну конечно, на шоссе такое вытворять опасно. Да, нормально все, на нем все я можно. Вижу. Так, остановка. Пан Андрей, сейчас все в море мыть колеса. Остановка. Хорошо, Кристина, возвращайся, там пограничники. Тебя задержат. Там пограничники, у тебя будет пограничный инцидент. Вода красивая. Подожди, не так, не так. Так ты ничего не делаешь.
возьми палочку. Не, палочка долго. Ну что, все? Сейчас колеса побыстрее раскрутится. Я не считал. А, ну, кстати, можно посчитаться. Давайте заодно и... Сейчас, раз, два, три, четыре. Не двигайтесь. Пять, шесть, семь.